4 мая исполняется 75 лет выдающейся балерине якутского балета Клавдии Алексеевне Ивановой. Звезда примы-балерины якутского балета Клавдии Ивановой засияла с 60-х годов. С ее именем зритель связывает нежные, лучезарные образы Нюргуяна, Джульетта, Жизель, Никия, Ева. Они человечны, искренни и понятны каждому, поэтому незабываемы. Почти 30 лет Клавдия Иванова блистала на театральной сцене, исполнила десятки сольных партий. Клавдия Алексеевна особенно гордится тем, что побывала в составе гастрольных бригад во всех, без исключения, районах Якутии, пропагандируя искусство балета. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Клавдия Алексеевна с удовольствием путешествует, открывает для себя новые города и страны. Она главный участник театральных и других авторских туров, который составляет ее дочь Нюргуяна. Клавдия Алексеевна – идеальный попутчик, легкая на подъем, дружелюбная. В каждом путешествии она приобретает хороших друзей. Еще одним увлечением Клавдии Ивановой является фотография. Простые сюжеты, пейзажи, картины из жизни, которые мы видим ежедневно, на ее фотографиях становятся особенными. Каждое утро, несмотря на причуды природы, Клавдия Алексеевна делает зарядку и призывает к движению всех своих друзей и родных. Сегодня Клавдия Алексеевна делится своими секретами, как занять себя, чтобы жизнь была насыщенной и в это сложное для всех время. Самоизоляция – это не то, что вот мы нас закрыли или что. Это мы помогаем себе и другим победить вот эту болезнь. И, конечно, во время самоизоляции можно многим чем заняться. Особенно, когда не было времени уделить себя вот этим. Ну, сейчас я перебирала фотографии много очень. У нас было документации, старалась. Но это, конечно, много времени там занимает много времени, но хочется еще заняться чем-то другим. И, ну, я люблю, с молодости я любила вязать, и, ну, что-то делать. И вот благодаря моим ребятам, постараниям, они мне принесли мои, значит, любимые дела. Вот это вязание называется. И еще принеси вот алмазную мозаику. Она очень кропотливая, очень, конечно, так трудоемкая, но время много было, сделать можно. Конечно, сидим дома, не выходим, стараемся помочь друг другу. И, ну, надо вытерпеть, самое главное. И, ну, вот уже 1 мая, думаю, что все, вот, погода очень хорошая, скоро пойдет огород, и еще будет заняться чем. Но хотелось бы, конечно, чтобы все равно хочется скорее выйти к своим, соскучились, хотя мы переписываемся очень много, ну, стараемся, каждый день переписываемся, ходим, у кого-то что-то новое, фотографии много делаем. Сейчас WhatsApp есть. Вот, к сожалению, у меня нету вот фильмы вот этого посмотреть, ну, передачи большие посмотреть, но ничего, смотрю все свои любимые старые фильмы.
за заслуги в развитии хореографического искусства Клавдии Ивановой присвоено почетное звание заслуженной артистки Якутской АССР и РСФСР. Она удостоена благодарности главы Республики Саха, Якутия. Выдающейся якутской балерине Клавдии Ивановой сегодня исполняется 75 лет.